This theorem was used to show that if the game of Brussels sprouts ends, then it must end in 5n minus 2 moves. But we remember the one question, what are we left to do? So we know if the game ends, then it must end in this number of moves. If the game ends, but what question have we answered? The game about the game. Why has the game ends? Pardon? That the... If the game ends, then we have that many moves. Okay. So what else could happen, potentially? Почему? Что может произойти? Может игра быть бесконечной? В прошлый раз мы обсуждали с вами, помните, после занятия, почему игра закончится? Кто-нибудь помнит? Там либо-либо что-то уменьшается, либо что-то... Вот давай, вспомни. Либо на одну грань больше, либо... Либо ребро связывает какие-то компоненты, и количество компонентов уменьшается. А после того, как получился связанный граф, каждое ребро увеличивает количество граней. А количество граней ограничено сверху числом 4n. Еще раз. Каждый ход либо связывает две компоненты, и тогда количество компонентов, ну, у исходного графа n компонент. Поняла, да? Либо, если уже, ну, если внутри компоненты, то когда вы делаете ход, то возникает грань лишняя, новая. Ну, когда вы связываете, вы вышли откуда-то, связали. Они были в одной компоненте, значит, они уже были связаны. Значит, возникает новая грань. Количество граней увеличивается. Но количество граней ограничено сверху количеством росточек, числом 4n. Да. А это значит, что не может быть, чтобы вообще не было грани, которые как бы в то же... А потому что когда грань образуется, в нее обязательно торчит росток. Да. Вначале во все грани были ростки, а при каждом ходе во вновь образованную грань росток идет. I'm gonna guess, are you looking at proving that the game ends, is that? Okay. And then moving on, must the game end? I didn't say this. When we make a new edge, so we connect two vertices. This edge can connect these two crosses, or it can go in the same cross and so. Нет, не обязательно. Не обязательно в тот же самый. Но в крест, который как-то был связан, может быть, последовательностью. Yes. So when we connect these two crosses, or we can say that this is they are connected. And they are near one cross. And when we say that this edge goes to the same cross, we can say the same situation is when this edge goes to another cross, which is already connected with Разумно надо было сказать так, что в начале есть n компонент связанности. Это вы способны сказать? В начале есть n компонент. At the beginning there are n components. So в начале n компонент, совершенно верно. Давай, дальше. Mm-hmm. Не, все нормально, не надо ничего стирать. Okay. When we draw an edge and we connect two vertices. Или из одной компоненты, или из разных. Order from one component to different components. So if we connect two different components, so this is also this, and when we connect two different components. There will be one more freeze, and so we lose one vertex. And how do you know there'll be one more phase? So when we connect two already connected components, mm-hmm. so there will be
something like a cycle of ages, and so there will come one phase more. Ульяна, давайте, давайте попытайтесь объяснить ему четко, что каждый шаг либо уменьшает количество компонентов на единицу, либо увеличивает количество граней на единицу. Ну, почему количество граней обязательно увеличится на единицу? Если это понятно. Он не понимает, что вы вот эти вот два случая четко разделяете. Each move. So each move will make one component less or one phase less. More. Компонент phase меньше, more. А грани наоборот больше. Yes, I think it might help if we write down to extend it. But remember, you've got this formula here. And so when you look at, so one situation is connect two different components. Yes. So you know how this changes. And you might be able to find out how these two changes change. And therefore you know how if changes. Mm-hmm. So the number of vertices will not change. Почему это? Добавляется вершина. Вершина плюс один. Если честно, вам для доказательства конечности эта формула вообще не нужна. То есть вам важно следить за двумя величинами. Значит, Ульяна, он не понимает, что вы понимаете логику. Есть две величины. Величина k и величина f. Величина k уменьшается, и поэтому не может это длиться вечно. Величина f, наоборот, увеличивается, но она не больше, чем 4n. И поэтому это не может продолжаться вечно. This when we draw a new edge, this won't change. The only thing that changes is number of faces. Okay. Вас so вообще не интересует V и E, меняются они, не меняются. So, yes. К доказательству имеет отношение только F и K. So yes. There. There are two cases when we connect two different process components. Components, yes. So the number, the k will change. It will turn to decrease. So it will be one less. And the another case when there. На другой картинке. Другая картинка, обязательно другая. Есть какой-то путь между этими. So we connect two vertices of components. Which are already connected, and so when we connect these two vertices with an edge, faces will be one more. По теореме Жордана возникнет новая грань. So, if we use the Jordan's theorem, their face will be one more. Вас не волнует формула. Дело не в формуле, а в том, что происходит изменение двух величин, двух параметров. Величины k и величины f. И надо обязательно еще написать неравенство. F не больше, чем 4n. Ульяна, may I just so you invoke the Jordan curve theorem, but notice that if you start with if you connect two vertices on a connected component, then what happens to k? It doesn't matter the number Выходите, of vertices and number Максим, of edges.
Вы хотите объяснить логику? We don't need this formula because the number we have two cases. In the first case, the f is increasing by one, and the another case k is decreasing. So by what one. I was saying is, but f is not more than 4n, and k is not more than. Наоборот, k натуральное число, k больше нуля. Оно уменьшается, пишите k больше нуля. So every turn f is either f is increasing or k is decreasing. So the game would will stop. End. So how many case ones could you have? If a game starts with n crosses, how many case one moves can you make? В скольких случаях, когда вы начали с n компонент, число k уменьшится? Минус один раз, наверное. Так, ребята, он искренне считает, что вы не понимаете доказательства. Он думает, что вы не понимаете, что такое k. Every turn, the k is divided by one, so... В скольких случаях? В n минус одном. You start with n discontinuous. Вам трудно сказать число n минус один? And the only way you can decrease the number of components is by doing a case one move. N minus one. Let's do an example. So, your n is four. Case one move. So case one move means that it connects two different. Every turn, two components. And then everything else is make good. One component. So at first there were n components. So every turn minus one. At last there are one component. So n minus one turn. Yeah. So there's only n minus one of these types possible. Okay. And how many of these types? And how many? Сколько раз увеличится число f? 4n minus 1. Is that clear why it's 4n minus 1? Yes. Because if... Now is this clear? If has to be less than or equal to 4n. Would someone like to explain this? So I saw this, but no one explained this. Did you explain it in Russian already? Could someone explain this? Количество ростков. Кто объяснит вам по-английски? The number of springs is 4n at first. Он их называет amps. Amps. Ручками он их называет. So let's call them arms. So do you mean? So arms. In every phase there would be one arm. At last. Yeah. So this is we're using this. No. Надо объяснить, почему в каждой игре да. Одна да. The number of давай. Okay, listen to so explain. Because we so the claim is that at any move, the number of faces has to be less than or equal to 4n. Not necessarily just at the end, but at any move. Okay, so we can choose one face, and there could not be more than two m's. Because we can connect them and to get another two faces. Это как раз не важно сейчас. Ему нужна оценка сверху, поэтому ему важно, что там есть хотя бы один. Ah. А два или больше не важно. So it just means we're not saying the game is ended. I'm saying that any move. Okay, and if there is no. Важно было сказать, в начале во всех гранях были ростки. В начале была одна грань, и там были ростки. At the beginning there was one face and there were amps. And when we add an each, we add when we divide some face by one each, we add an
эту. An amp to every the new phase by the induction. So that's all. So in every, we can say that in every phase there is no more than one amp. In total, how many moves are there in a game? Oh, we've already done that formula, but is that the same as when you add these two together? Yes. Well, that's good. Поняли, да? N минус один таких шагов и 4N минус один других. Всего 5N минус 2. Всего 5N минус 2. Okay.